За минувшие выходные на дорогах столицы произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 13 человек. Среди них дети. Так, в воскресенье на перекрестке улиц Орджоникидзе и Короленко Toyota Ipsum при повороте не пропустила встречную Subaru Legacy, в результате чего водитель Toyota и 3 пассажира Subaru, в числе которых 4-летний мальчик и 7-летняя девочка, получили различные травмы. После осмотра скорая госпитализировала пострадавшую девочку. Дети в момент столкновения находились на заднем пассажирском сидении, не пристегнутые ремнями безопасности. Детские удерживающие устройства в салоне транспортного средства отсутствовали. В ходе разбирательств выяснилось, что малыши приехали с другого района республики погостить. Проведенное медосвидетельствование не выявило у автомобилистов состояние опьянения. Со слов водителя Toyota Ipsum, при повороте он не заметил встречный автомобиль. В отношении водителя Subaru инспекторами ДПС составлен административный материал по части 3 статьи 12.23 Кодекса административных правонарушений за нарушение требований перевозки детей, установленных правилами дорожного движения.